Возраст не преграда для ведения активного и здорового образа жизни. Ведь постоянная физическая нагрузка – это залог хорошего самочувствия и секрет долголетия. Это вам подтвердят участники 6-й спартакиады ветеранов, которая состоялась в спортивном комплексе Подмосковья. На одной площадке в этом году собралось более 200 человек со всего округа. Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и было посвящено Международному дню пожилых людей, а также 35-летию создания Щелковской организации ветеранов. На торжественном открытии соревнований участников поприветствовали почетные гости. Движение – это жизнь. Это стремление быть здоровым, активным и нужным для нашего общества, для нашего Подмосковья, для нашей России. Как говорится, еще есть порох. С каждым годом все участников больше и больше, потому что, во-первых, это встретиться с друзьями, посмотреть, пообщаться, когда мы можем Фрианово встретиться с Монино, представляете? Медвежьи озера, Загорянка и так далее, так далее, так далее. Поэтому все узнают друг друга и приветствуют. Но это дает задор жизни, скажем так. Участники спартакиады смогли показать свои силы в таких дисциплинах, как вис на перекладине, футбол, дартс, баскетбол, настольный теннис, шахматы и шашки, стрельба из электронного оружия и многом другом. Все пришли с отличным настроением и желанием показать молодому поколению правильный и вдохновляющий пример. С удовольствием всегда еду на мероприятия. И хочется мне, чтобы молодежь посмотрела, может быть, на меня, и, может быть, кто-нибудь хоть загорится таким желанием выступать, заниматься спортом, потому что это здоровье самое главное, здоровье, остальное, движение – это жизнь. Спортивный фестиваль за годы проведения уже успел стать доброй традицией и настоящим праздником для тех людей, которые доказывают не только себе, но и окружающим. Чем старше ты становишься, тем больше начинаешь любить и ценить жизнь и активно и с пользой проводить свое время. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.